В Острогожской детской библиотеке прошел день открытых дверей, который посетили почетные гости из администрации района во главе с Сергеем Хорошиловым. Визит их обусловлен не только праздником, но и желанием посмотреть на обустройство помещений, в ремонт которых было вложено немало усилий и средств. Ведь до недавних пор детская библиотека имела весьма плачевный вид, тогда как теперь она буквально преобразилась, радуя глаз светлыми ухоженными залами, а ее сотрудниц и читателей – комфортными условиями для работы и отдыха. Мы когда планировали здесь ремонт, зашли, первое впечатление было, что здесь вообще ничего не ремонтировали, потому что здесь было настолько все, некомфортно и плохо, что думали, может подобрать другое место. Потом мне посоветовались, все-таки удобное расположение в центре города, да, строители молодцы, посоветовались, приняли решение, и вот мы сегодня в таком шикарном, хорошем находимся в помещении, которое еще до конца не смотрели, но я думаю, сейчас мы посмотрим. Поэтому я думаю, что здесь вам уютно, комфортно. А то, что библиотека детская нужна, но мы понимаем, что она обязательно нужна. Сергей Хорошилов вручил библиотеке подарок, на что сотрудницы и дети тут же ответили взаимностью. За работу, проделанную районной администрацией, ее главу поблагодарила ученица первой школы Оля Борисова. Книгу необычную хотим вам подарить и за ремонт красивый поблагодарить. Мы старались, мастерили, приложили все уменье, и подарок этот дарим вам с волнением, чтобы вы всегда помнили об этом. Книжку мы наполнили и теплом, и светом. Пусть эта книга, без сомненья, вам светлое подарит настроение. Ой, спасибо. И за книгу, и за такие добрые пожелания. Заведующая детской библиотекой Елена Лобкина провела Сергея Хорошилова и других гостей по всем помещениям, демонстрируя, что получилось в итоге из комнат, которые казалось уже навсегда потеряны для работы с детьми. Сейчас библиотека оснащена компьютерами, в ее фондах более 20 тысяч книг, сюда завезена новая мебель, здесь можно проводить полноценные творческие мероприятия с детьми. В этом году ребят встречает библиотека обновленная. После капитального ремонта здесь у нас стало очень красиво и уютно. И для ребят просторный абонемент есть, уютный читальный зал, компьютерный зал. Все-все для того, чтобы ребята в этом году хорошо учились и получали нужные знания. Есть у нас литература в помощь и учебному процессу, и познавательная, и художественная для любознательных детей. Разумеется, на празднике открытых дверей присутствовали и те, для кого, собственно, обустраивалась библиотека, то есть дети, только что начавшие учебный год, но и летом не забывавшие о книгах. Так, например, Даша Оплачка из школы номер 1 прочитала сказку о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Книжка о царе Салтане, у него там сын был, и о царевне Лебедь там. Сын царя Салтана нашел Лебедь, он хотел ее убить, но Лебедь сказала, что пожалел. И они поженились? Острогожская детская библиотека ждет своих читателей. Двери здесь открыты для каждого, кто неравнодушен к книге и желает с пользой провести свое время.